Наталью Седову коллеги, клиенты и знакомые называют не иначе, как наша Наташа. Красивая и улыбчивая девушка располагает к себе людей. В детстве Наталья мечтала стать врачом. Сейчас тоже лечит волосы и души своих клиентов. Из ее парикмахерской доносится запах не лака и перекиси, а свежесваренного кофе. Большинство клиентов становятся ее хорошими друзьями и наоборот. Встретились в Анапе и общаемся. По это время друг к другу ходим в гости. Когда узнала, что она открыла свой салон, решила ходить к ней на встречку. Доверить свою внешность Наталье Татьяна не боится. К советам мастера прислушивается и ни разу не пожалела. Когда она мне сделала новую прическу, я пришла на работу, все были в восторге. Сказали: «Танюшка, тебе очень хорошо». Все звонят, говорят: «Умничка». И спрашивают, кто тебя к этому подверг, чтобы поменять свой имидж. В коллективе Наталья самая молодая. После рождения ребенка стоял выбор – пойти на прежнее место работы или открыть свое дело. Идея исходила от моей родной сестры. Она заставила, можно сказать, силком. Но так как все пошло продвигаться вперед, и мы без остановки стали работать, работали годами. Нашли место в районе Северного рынка, за ночь преобразили помещение. Помогали нам, так как мужских рук не было в данный момент, нам помогали наша доблестная охрана. Коллектив знаком со студенческих времен. Все одновременно вышли из декретного отпуска. Общий стаж 45 лет на пятерых. Любим друг друга, во-первых, поэтому, когда мы приходим, мы идем на работу с хорошим настроением всегда. То есть мы скучаем. День Натальи расписан по минутам. Многие клиенты предпочитают стричься именно у нее. В ее умелых руках женщины преображаются в настоящих цариц. Недаром салон называется «Клеопатра». Для любой женщины в первую очередь было важно то, что девочки все отличные профессионалы. Это самый лучший парикмахер, очень обходительный человек. Чай, кофе, всегда все. И работает и в выходные дни, и в праздничные дни. Всегда вот примет, когда нужно, все сделает. У Натальи растет маленькая дочь, которая любит приходить к маме в салон, играть макетом и делать прически. В конце прошлого года Наталья Седова стала призером конкурса «Лучший предприниматель Краснодарского края» за 2013 год. Заняла 3-е место в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг». Молодая, перспективная, талантливая, яркая, целеустремленная, умная, позитивная. Я думаю, что все эти качества привели Наталью именно к этому итогу. Я думаю, что у нее впереди очень много еще побед, много разных конкурсов, и я предполагаю, что она будет побеждать. Ее парикмахерская не нуждается в рекламе. Клиенты становятся родней и друзьями. Часто заходят просто выпить кофе и зарядиться позитивом от хозяйки. Главное правило Натальи – делать все красиво и с душой.